Последний день визита делегации Ульяновской области в Республику Азербайджан Алексей Русских вместе с премьер-министром бывшей Советской Республики Али Асадовым подвели итог многочисленных встреч с местными бизнес-партнерами и представителями государственных структур, включенных в решение глобальной стратегии транспортного коридора «Север-Юг». Наш регион объединяет усилия с логистическими компаниями в Баку и азербайджанскими железными дорогами для запуска блокпоезда по маршруту Ульяновск-Баку-Иран. Я вижу здесь большие перспективы. Нам необходимо объединить усилия для того, чтобы этот логистический маршрут стал наиболее привлекательным для наших производителей. А привлекательным он будет в том случае, если продукция по нему будет проходить по этому коридору в сжатые сроки, чтобы не было никаких проволочек при оформлении грузов. Ну и, конечно, тариф по провозу должен быть минимальным. Мы должны быть конкурентоспособными. Доставлять планируется грузы самого широкого спектра. Сельхозпродукцию, стройматериалы, автокомпоненты и мебель. Список неполный, ограничений по участию нет. К экспортным поставкам Ульяновская область привлечет максимальное число грузоотправителей не только нашего региона, но и соседних субъектов. Я уверен, что совместным проектом мы можем увеличить объем грузоперевозок на север, который на ближайшее время стал очень важным коридором для нас. Ульяновская область в принципе не замыкается на межрегиональной кооперации внутри российских границ. Установление непрерывного диалога ведется в разных направлениях, одно из ключевых со странами Каспийского бассейна. В первый день работы делегации подписано несколько партнерских соглашений, которые предполагают укрепление внешнеэкономического взаимодействия. Для меня очень интересно было возможность открытия сборочного производства в Азербайджане, так как нашу продукцию можно привезти здесь собирать. Она не требует особых знаний, так скажем, для сборки. Помощь ульяновским предприятиям в наращивании экспорта позволит увеличить внешнеторговый оборот с дружественными странами. В условиях западных санкций это одно из приоритетных направлений работы для развития нашей экономики. Есть перспектива открытия в Азербайджане торгового дома ульяновских товаров. Это даст нашим производителям возможность нарастить торговлю на 20-30%.